ты, Армериэль. Произнеси мое имя снова, и наши стрелы сделают из тебя ежа. Авианна, еж. На колени! Мразь! Сила! Она течет по моим венам. Неплохо. Ширнулась, короче, руку. Походу. Да? Кован сбежал. А. Его изворотливость не уступает его подлости. Ну, конечно. Мы еще встретимся. В этом я не сомневаюсь. И дадим по жопе ему еще раз. Всем привет, Disciples. Продолжаем проходить. Так. Что я тут-то делаю? Не помню. А, я смотрел. Что у меня вообще есть там? Что можно купить? И пил кофе. Пробуждался. Так, вот это вот. Надо убить. Что, зачем-то они же есть, да? Их надо убить. Если это просто бой, какая-то херня, ну, вы этого просто не увидите. Я это вырежу и заново начну. Так что этого всего, как бы, считайте, и не было. А если что-то за ними есть, ну, естественно. Какая угроза? Ты о чем? Угроза. А, это типа купи. Чтоб не было угроз, понятно. Да, меня устраивают угрозы. Так. Поехали сразу в бой. Потом к дракону сходим. А. А. Ну, тоже пойдет. Что не было, да, тут ничего. Ну и хер с ним. Все, к дракону тогда. Все, вот они меня бесили, если честно. Да, я не понимал, для чего они там стоят. Ну так, чисто, чтобы побузгаться. Бузгаться. Слово из 90-х. Побузгаться. Вспомнил. Жестко. Короче, вот. А в итоге они просто кусок мусора, который... Детеныша дракона? А. Ну, понятно. Сейчас мы узнаем. Я надеюсь, что можно как-нибудь сделать, чтобы дракон приземлился. Присоединился к нам. Здорово, братишка. Я почти твой друг. Ага. И что это, дракон такой? Тебе забыли полигонов подрисовать, дружище. Да и пару зубов еще можно было. Что ей нужно? Блять. Че вот это такое? Вот как так? Ну давай, кто ты? А где... Ладно. Ну я хочу, чтобы он ко мне приземлился. Приземлись в мою команду, пожалуйста. А? Да вот такого дракона я тоже впервые вижу. Это как, знаете, в старых вот... Вот это... В древних играх. Вот они там именно такие и были. Очертания дракона, ну. Ага, ну да, одновременно прошлое и будущее. Все правильно, да. В будущем находится он от кого-то прошлого. Вы точка на колесе? Давай, я убью тебя. Ага. Да, мелочь такая. 45-й. Ну давайте что-то сделаем, я не знаю. Так, поржем. Ну? Чё там ты? Ну давай сразу в атаку. Сколько у тебя хп? Да хулион, я уверен в этом. Да ладно ты. Ой, извиняюсь. Блин, так неудобно, у меня тут микрофон стоит. Надо что-то будет придумать, вот максимально. С джойстика, когда играешь, не так, а вот без джойстика очень неудобно, когда клава нужна. Сколько у тебя хп? А чё так мало-то? Не, ну в целом, конечно, это убиваемо, все, споров нет. Только неизвестно, ну-ка, чё ты там где бьёт? Это ближний бой. Ну окей. Ну, наверное, ваншот, вот это что такое? Это дыхание. Дальний бой, 4 конус. Ну, окей.
От меня нет, да, никакой защиты от пассивной? А, шипы, значит, и регенерацию еще. Неплохо. 15% ОЗ восстанавливают в начале каждого хода. Это 60, 600, 900 хп он восстанавливает в начале каждого хода. Неплохо, неплохо, да. А как-нибудь можно регенерацию, интересно, снимать? Так хер его знает. А вот сюда иди. Смерть уже близко. Ты тоже там куда-нибудь сюда. Мы справимся. И обойдем его со всех флангов. Вот этих вот заберем. И вот, ого, как он бегает, а я не знаю. Вот его в чем преимущество. У него 5 этих, ходьба. Ходьба. Здрасте, я пришел с вами драться. Ну, я не дотягиваюсь, конечно, до вас. Ну, я пришел. Ненависть. Ага. Ненависть, но вот сейчас... О, ослепление. Так, ты, короче... Теперь отсюда лети. Дорогуша. Дорогуша, ну... А, ты... Ну, давай поближе сделаем к нему. Это медленно. Она... Тут бесполезно вот это вот, потому что она же типа бафает две клетки, а я всех увел куда-то в жопки. Вот сюда беги. Я умру как мученица. Да, да, я помню, как ты там умираешь. Сколько сейчас отхилит? Бах, бах. 625. А почему так? У него какая-то... А что вот это бонусы вот это? Ну это регени... Это что? А, ну это... Ага, это что такое? А, под защитой. А чё, он не походил, типа? Казался ходить? Ну, тут подходить, конечно, к нему не надо. Тут надо его... О, что такое? И мотивация, ну-ка. Кто у нас тут первородный урон наносит? Она ведь, да? Первородный, первородный, да. На тебе. И все. Наш один раз ходит всего точно. Вот так вот, да. Может, а? Может уже, да? Не хочешь? Вы мне еще послужите. Ага, послужим. Не стоит. А че я почему ударил-то? Мне же нужно было сюда сначала прибежать. Я следую к победе. Вот я дебил. Ну ладно, че, дебил. Ну и бывает, с кем не бывает. Кто в наше время не дебил, да? О, ты что делаешь? Паралич. Ну, наверное, его не запараличить, да? Ну, нет, да, конечно. Что-то там... А, шипы. Неистовство. Неистовство, но... Давай, бей. Соточка. Соточка просто. Да что-то вообще... Сейчас он как, дунет, да? Мне пока хилить некого, сюда прибегу. Не будем спешить. Как не будем-то? Боль, это да. А как я его убью-то не спеша? Так, ты вот сюда бежишь. Темный отец, будь рядом со мной. Угу. Пузырь. Ох, кританул на 166. И сейчас он, да, давай. А, под защитой? Он что-то ничего не делает. Ну, нам же лучше. Это что такое? Можно? Это, короче, это вот ему. Понятненько, так. Короче, сюда. Да, ты и вот. Вот ты, да? Ага. А ты... О! Критульки. Ну, мы ему одну штучку не можем снять. Так, ты. Сюда идешь. Сдадимся. Да? Нихера там насувало ему. Железо. Ага, железо. По два раза, да. Так, а нет, веточка неплохая-то. Ба. А, ну 45, так сядь. Ба. Сейчас он хильнется, естественно. Он промахнулся, да, по нему? Ничего себе! А кто тут был? Вы помните, кто тут был? А, тут на, наша... А не, она, вон она. Тут суккубша была.
была и не стала, говорит, вот ты был и вот тебя не стало. Рома, жестко, конечно, да. Понравилось. Бля, это сейчас будет своих коцать, да? Бесполезный кусок, еще более бесполезен. Ну нахер. Так. Ну ты, наверное, будешь издалека лупить. Вот этим, да, наверное? А я не понял, так. Вот это что? Дух? Силе атаки? Вот это, ага. А типа сейчас пропадет, да? А то, что мне это дает к духу, вот это вот. Это... А. Типа понятно. Она не накладывает, они не стакаются, эти бафы. Всего понято. Ну так все, значит. Ну хоть так, конечно. Будем бить вот этой штукой, да? Подходить-то не будем. Чтоб он... Не, хотя вот сюда-то подойдем. Вот этим вот сюда надо. А, вот тут правильно. Ага. Может быть, умрет уже, да. А ты чё, на тебе яд? А почему на тебе яд? Непонятно. Ну, я вам почти половину хп снял. Иди, ты не нужна тут, короче. Ты мне просто все портишь. Так, вот сюда. Да, да, вот так вот станем. Цепи! Цепи, пламя, да. Ну, а те. Ну, почти половину сняли. Сейчас вот этот походит еще. А потом сейчас он походит, да? Че там? О! О! Выжила! А, ну окей. Ну, короче, понятно все с тобой. Тут сюда, да? Ага. Ты... Ну, она нормально долбила, а сейчас она мертвая. Это, конечно, обидно. Где есть? Есть ожог, ничего себе. Блин, а сколько долбанет? Ну-ка, вот просто для интереса. 340. А ну, это не... Ой-ой, бать! Что я сделал? Я такого не ожидал. На! Еду тебе принес. Ну-ка, сколько сейчас? Он просто кусок отхилил. Не, ну его победить-то можно. Теоретически. Просто... Неподходящие эти у меня. Да. Система. Выход. Выход. Ща, переиграем этот бой. Но он не выглядит сильно сложным. Да, у него, конечно, есть. Так, мне не нужны маги, во-первых. Они тут-то просто бесполезны. Она ваншотнула всех моих. Я даже не ожидал, что такое бывает. Мне нужно побольше РДД. Хилки тут вот... В принципе... Нахер не нужна. Ну вот ты точно не нужна. Так, вот этот хилит. Вот этот он пригодится, наверное, да? Потом... Вот этот живет нормально, кстати. А, кстати, ты чем бьешь-то хоть? Физический. ХЗ, конечно. Он хотя бы издалека будет лупить. Да, он полезнее будет. У меня 15 еще. Тебя взять, ты что можешь? Нечестивый. И подхилить может. Тогда лучше эту взять. А она 20, а у меня только 15 есть. Да, его взять. Да? Вот так вот, да? Ага. Хил тут не нужен, он в ваншоте. Что там с хилом можно сделать? Причем он все время критует. Да, мы помним, да. Да сразу. Попробуем еще раз. Бой.
Я сохранил? Да, сохранил. Так, на первородную мощь апать нет смысла. Тут сразу мы же бежим в атаку, да, как и делали. Ага. О, говна накидали. Ты сюда. Это будет забавно. И вот сюда, ага. Мне это понравится. Конечно же, сюда. Внушайте страх. Да-да-да. Добьемся доверия после. Вставай, давай-ся-давай. Вон, унывает. А этот кто тогда ему накидал? Сейчас он дыхнет, короче, от этих трех не будет. Так, ты вот это что такое? Физический урон? А, отравляется ли от тебе? У тебя есть отравление. А, это кровотечение. Ну и отравление тоже есть. Так, с тобой мы пока подождем. Мы сходим вот сюда. Да не, стой там. Ага. Так. Он тоже сейчас отравит его. Ты что можешь? Вот это ты хилишь, а это просто нечестивым уроном. Ну сюда беги. Смерть моя попутчица. Да-да-да. Смерть твоя. Ты ждешь. А, он просто, да, под защиту встал. Тогда ты сюда. И ты не достаешь, да-да, ты не достаешь. И тогда куда-то вот сюда, да-да. Мне это понравится. А, ты дальше можешь ходить. З, куда тебе? Ну, давай вот сюда. Сделаем это медленно. Ага. Так, ты. Короче, обязательно бежишь. Нет. Вот сюда. И даешь баф вот этот ему. Ага. Ты. Короче, ждешь. Короче, бьешь, да. Потом бежишь сюда. Это будет забавно. Ты, короче, я бы вот это взять, но ты не возьмешь, так что ты бежишь сюда. Начнется настоящая битва. И начинаешь его калашматить просто вот так вот, да. И вот встаешь вот сюда. И пытаешься парализовать его, хотя так, естественно, тупо. О, паралич! Пойдет. Ты, короче, бежишь вот сюда, наверное. Неистовство. А, подольше, чтобы она жила. Бьешь сюда. Ага. Ну-ка, он же парализован, не походит, да, сейчас? Не, не походил, отлично. Короче, бежишь сюда. Я взываю к старым богам. Ага, и взываешь вот к нему вот это вот Бенчина 64. Да, старые боги такие слабовастенькие. Видимо. У тебя слишком. О! Пойдет. А он каким уроном-то бьет? Физический, нечестивый, да? Нечестивый, можно было защиту. А, у меня нету сейчас этой же. Ты вот... есть, да ты есть груд, мы ж помним это. Отравляет цель. Давай. Тоточка. Ну пойдет хоть сколько-то. Так, ты бежишь вот сюда вот. Чтоб тебя не дыхнул. И вот этой штукой, да? Ну что-то вообще очень мало, конечно. Ну тем не менее. Ага. Может быть. А ты чё отравлена-то? О, неплохо. Надо, чтобы она выжила каким-то образом. Каким, не знаю. Ей бы еще вот эту штуку взять. Ну-ка. 69, блин. Ой, когда он хилится на 600 там с чем-то. 69, это прям вот... Ну давай, бей. Ага. Дети, пейте в плети, блин. И сейчас он, да, будет ходить? Сейчас он дыхнет, да? Да, минус 2 просто. А, выжил? Каким образом? Расскажешь? А, не выжил.
Да не, что-то вообще. Не варик, походу. У меня нет что-то мощного такого, чтобы ему загонять. Вообще нет ничего такого. Не, ничего нет. Пойдем в мили... Да, часто нет смысла. Давай. Давай, жги уже ему там плоть. Он хилится на хер знает сколько, блин. Да. Половину ему сняли. Ну, у меня было это, она жестко долбила, а сейчас-то она не долбит. О, 96. Ну. Сюда. Что сделает, интересно, сейчас. Ну хотя бы кого пойдет? Ну-ка. Не его, надеюсь? О, вот его, да, можно. 742. Так. Пойдет. Какой урончик. Так. А, ну ладно. Сюда, да? Я искупаюсь в огне. Давай, давай, искупайся в огне. Даруй мне свой гнев. Ага. Ага, да. Не, надо отойти. Это жестко. Он меня порвет на кусочки. А ты вот сюда, да, иди. И бей по нему. О! Ну я его не... Победы вряд ли будет, потому что он сейчас как... Он сейчас его съест. А, нет, он под защиту встал. Интересно. Что это он? Так. Ну давай тобой убить, да, вот так вот. Ага. Вот как-то... Вот сюда вот. Ага. И, короче, вот так вот, да? Ну и вот сюда. Мне это понравится. А, я неправильно что-то сделал. Ну, в принципе, можно вот сюда встать. Ага. Ты в него не стрельнешь, да? Ну, ты просто там, чтобы он тебя съел потом. И, короче, вот сюда, да? Ага. Нате. Ну, на нем говнище столько висит. Во! Во! Ну, он сейчас этого, да, съест? Выжил, нихрена. А, отравление. Сдохнет. Ну, есть шансы победить, даже не знаю. Через два хода так вот этот будет. Сколько у него хп? Косарь. Но он не под защитой, конечно же. Да, вот. Попробуем. Ну-ка, сколько это бьет? 180. Надо было это, магия бить. Больше шансов было. Потому что он хотя бы там до нее пока дойдет, пока чё. Ага, может быть и умрет уже. Ни хрена там ядом его просто. Жестко. Я по... А где? А шанс-то был, да? Ну не знаю, еще есть там шанс. Для того, чтобы их ломать. Ей. Всех потерял, всех нахрен отдал, блядь. А чё дали? 2800 денег? А его... Чё? Ага, возможно. А.
А прикиньте, его как-то можно было это по квесту себе, короче, сделать. А я его просто пришел и убил зачем-то. Как мразь. Ну, хотя я отыгрываю уже мразь, все правильно. А, ну тут сокровища хотя бы есть. Кольчуга. Ну, какая-то... То есть она не синяя даже, зеленая. Ну, может, она... Как тебе нажать-то? Ну, прикольно. Вот когда мне будет надо больше манны... Давайте сразу прокачаем. Я знаю, что качать. То есть я знаю, я хотел... А, ага, все верно. Ага. Все верно. Тебя. А чё? А, ну вот еще. Штаны и сапоги. Что-то мне кажется, что я зря его убил. Ну, сапоги, ну, не знаю. Штанишки. Вот они. Ну, тоже не... Ну, они, конечно, прокачаются, классные будут. Но мне нужно инициативу столько, мне нахер ей пока... Вот будет какое массовое заклинание, баф какое-нибудь там, чтобы... Или ослабление жесткое. Ну, что-то как бы массовое, чтобы был смысл ходить первым. А я сейчас смысл ходить первым, чтобы пропустить ход. Короче, что-то я... Ну, в драконе я не разочарован, конечно. Он был нормальный, сильный. Сильный соперник. Но не чета мне, конечно. Мастеру, пашагодисту. Но тем не менее. Ну как бы это. Я думал, ну что-то там. А даже шмотки не нужны какие-то. Хер знает. Ну, может, штаны когда-то. Так, не туда. Пригодятся. Ну, было прикольно, мне понравилось. Не с первого раза, но там. Так, мне, кстати, надо это. Сейчас восстановить свои силы. Я, короче, всех потерял. Просто. Старал. Жесть. Если была какой-то баф, это массовый баф, да, вот типа усилить там своих союзов, чтобы они дальше ходили и тому подобное. Ты как бы усиляешь их, и они добегают и кого-нибудь просто выносят, ну, одного просто кого-нибудь. Вот инициатива тогда, да, она как бы хороша. А, ну все, в принципе, да. На этой локации все, ведь, да? Да, на этой локации все. Все, да, дракона победили. Тот пак, да, больше тут нет, нехер делать вообще. Ну тогда сейчас восстанавливаем, да? Что там у нас вообще есть-то? Бойцы. Ну вот ты пригодишься. Ну ты, естественно, тоже. Мне нужно... Во. Один, короче, у меня с мечом был, да, такой? Вот этот вот. Учить бойцов, блин, нет. Обучить, нанять бойцов. Вот это да. Два их возьмем. Вот. Давай. И... Блин, вот я на первой локации не захватил вот эти штуки. И сейчас не могу их делать. А как попасть на первую... На первую локацию, я не понимаю. Что-то я как бы вот... Некоторые моменты в этой игре мне неизвестны. Так, нанять бойцов. Ты. А, ну тебя сами... Ты. Тебя еще одну сделаем. Тебя сделаем одного. Ага. Давай, максимум. Обучаем. Тебя. Максимум обучаем. Ага. И тут... У меня вот этот был на всякий случай... Да, блин, не надо на них нажимать. А этот у меня стоял на поле. Учить бойцов. Ага. А этот чисто, чтобы от огня был это, иммунитет. На там яд, да, на 400 косарей дамажил. Жесть, яд просто. Такой ядик, я бы сказал. А тут я... А, эти скелетов я могу делать. Нахер мне эти скелеты не уперлись. Так, ну все. Поставим сейчас бойцы. Ага, тебя. Нет, тебя мы вот тут внизу хранили. А вот ты вот внизу, вот тут. И вот, да, и у меня 10 то. А, я могу еще кого-то вставить на десяточку. Вот этот, да? И лошечка. Вот тут будешь, ага. Вот так вот, да? Да, 90.
Первая линия. А, ну все, сохранить. Так, что у тебя за посох? Я тут... Да, давичий посох какой-то интересный. Вот он, да. Да-да-да. Вот он, да. Купил, короче, в кузне. Не в кузне, а в рынке. Ну, зашел пока перед это, перед записью. Проверить, что вообще как бы поменеджментить. Все. Это что? Бойцы. А, тут есть кнопка бойцы. Дневник, система, карта. Это карта? Карта, вот. А. Так, сокровища Ильяна. Я не знаю, что тут делать, что тут надо, чтобы они открылись. Они просто куча сундуков классных. Ну, не знаю, классных ли. Ну, просто есть, но они не открываются. Надо что-то проходить. Я думаю, чтобы они открылись, нужно превознесение там качнуть по фракции. Да, вот это ж... Оно ж явно к каким-то фракциям относится. Вот. Да, да. А, хотя нет. Дуб сокровищ. А, ну да, с эльфинским альянсом, с эльфами это как... Да, я все правильно, это фракции. Это кто? Вот демоны вы, да? Вот у меня у демонов уважение. Ну да, тут надо типа отлично с ними иметь уважение. Короче, ловить тут нехер. Как попасть на старые локации, я не в курсе. Их нету. Но сейчас что-то будет новое, это однозначно. Так, у меня по квесту. Дневник поговорить. Ага. Готово. Когда будете готовы? Это... Ну, нужно попасть в Эврику, а потом вернуться в ту старую локацию. Как это сделать? Это в первой локации. Спутников нету, тут типа выполнены. ХЗ, вот просто реальное ХЗ. Так, вернуться к спутникам. Ну-ка, может, с Коррисандрой о чем поговорить? Ага, Баталь, во как его зовут. Я зову, как его зовут. Его Батрудином называл. Не, а ты моя? А, ну вот, да. Ну да. А? Как ты? Давай поговорим о вере. Чему поклоняется демон? Это херня какая-то. Ага. Ну-ка, Орион. Ну давай, докладывай. Ну и... Ага. Ага. Ну, короче, окей. Ну, давай. Так. Ну-ка. Баталь. Ну-ка, Коррисандра. Ага. Ну, это так, что-то обсудить. То есть, нету, да, какого-то варианта вернуться на старые локации? То есть, если ты не прошел, их квесты просраны, ну тогда почему не... Ну, короче, играем, а потом что-нибудь должны. Вы... Одна лак. Вот тут они были, почему нельзя в них? Так. Где может быть... Блин, опять по микрофону ударил. Сейчас. А все, с этой карты не выйти, да? Типа, ну я не хочу, я передумал. Ну ладно, что. Может, у меня... Появится какая-то способность вернуться назад. Потому что я же не могу эту, да, скверну, то, что я не сделал квест Кассандры или Коррисандры, как ее там. А я не знал тогда, что это нужно все делать. И как это, то есть, для меня это было обучение на самом деле, эта локация.
А, Верантор. Верантор. Место, где рождаются герои. Хотя обычно они здесь умирают. Здешняя трава пропитана кровью. Да блин, ты что так мало говоришь-то? Говори больше. Узкие проходы, хорошая видимость, инфраструктура и легко обороняемые низкие холмы. Это поле битвы — мечта многих генералов. Хорошо. А мы — генерал. Наша мечта, значит. Пусть мечтают, пока есть время. Если воспользуемся эффектом неожиданности, то для них все обернется настоящим кошмаром. Да. Раньше мы ввязывались только в небольшие стычки, но теперь мы на поле боя. Мы точно к этому готовы? Я думаю, да. Я готова как никогда. Давай найдем генералов и обдумаем план нападения. Ну давай. Эти с лидерами войск империи, эльфийцы. Ага. Ну мы как бы будем этим помогать, да, легиону проклятых. Головная повязка, началось опять вот эти вот моточки. Как избавиться от говнишка? О, ага. Ну, у меня лучше, как всегда. Как? Вот просто, я не понял. Может, что-то можно с ними будет делать, так ничего нельзя. Я думал, продать их, так нельзя продавать. Как избавиться от них? ПЗ вообще. ПЗ. Так. Можно как-то узнать, кто куда? Я бы сразу к проклятым пошел. Ты кто? Ну, давай поболтаем с тобой. А, одна икра. Воины из Хейла. Рада снова вас видеть. Ну, привет, привет. Да. Сначала вы занимаете равнины. Нет, подожди, я помню ее. А теперь уже позарились на Веранту. Я впечатлена. Как ваши боевые успехи? А? Хорошего мало. Восстание нам дорого обошлось. Да, жрецов нужно было свергнуть. Но без них в рядах армии начался настоящий хаос. Вы как дети, которые злятся на родителей, но не могут жить в этом мире без их опеки. Пынькнула по носам ее. Покайся, Сада. Поблагодаришь все отца после битвы, а не сейчас. Опиши мне ситуацию. Если проиграем, то будем уязвимы. Мы подняли восстание не для того, чтобы потерпеть поражение от чужаков, так и не успев распробовать вкус свободы. У генерала есть план, но из-за подготовки к обороне мы не сможем действовать. Хотя с твоей помощью... Что это? А, ну это же мятежники, а я империю решил, короче, это... Да, вот. Это ваши проблемы. Зачем нам рисковать своими жизнями, когда вы не можете сами защитить себя? Мне говорили, ты сражаешься за свободу, а не за золото. Но так тому и быть. Мы не бедняки. Уверена, мы найдем то, ты что... Ты сражаешься за лозунги, а не за то, что можно потрогать. Вон она какой я, блядь, да? Вы ошибались, это явно, блядь. Я не такой. Я точно сражаюсь. Ты кто? Ну, ты человек, да? Мне человеки не интересны. Человеков я потом буду делать. Мне нужны не человеки. О, явно демоны, да, здесь? Кто? А, ну ты-то давай. А, ну давай так. Подеремся, чё? Давно с демонами-то не дрались. Демоны дерутся с демонами. Ну чё у вас там? Вот этот вот. Он жесткий, да? Ну куда ты? Да я посмотрю-то на него. Модеус. Ага, он как бы силен у него там. Ну, как силен? Ну силен, да. Ага. Ну мы-то посильнее, я думаю, будем. Так, подпустить их, что ли, да? Ой, у него... А, это... Жесть. Ну, у тебя и армия, конечно, Модиус. Еще на физику бафнутые. Давайте подпускать. Оп, жди. И ты, кстати, достаешь до него бафы? Да, достаю, до всех тут достают. Она, кстати, неплохо стоит. Ой, какой конец. Ну, хотя ты можешь и закончить свой ход. А ты-то подожди, конечно. Бах, по Модиусу. Он уже отмодиусили Модиуса. Да-да-да. Мы не вы, как говорится. Тоже слышите эти голоса? О, как я забыл, я уже эту фразу позабыл. Прям вот
сердечки. Ностальгация. Ну да. Мне казалось, что уже тут право, хотя тут лево. Думаю, ой, что-то какая-то галлюцинация, короче. Бывает. Твоя плоть, но это... Главное, чтоб не постоянно, да? О, мне это понравится. Да. Так, ты шмякаешь. Да, ты шмякаешь, конечно. О, неплохо даже ты это делаешь. Тоже шмякнешь нечестивостью, да? Да. О. А, пускай. Давайте, поехали. Я буду пить из твоего черепа. Ну, ну вы типа пропустите, чтоб... Ты-то хоть пропускать не будешь. Сейчас он, да, вот это вот как шмякнет. Да. Я следую по пути ритуала. Гори в пылающем море. Гори! Я взываю к старым богам. Ага. Неплохо возвал, так сказать. Так. Что бы сделать-то? Сюда подойти. И шмякнуть. Вот этой штукой. Нахер. А вот это что такое? А? А, ну у меня эффектов мало. Это лучше. Ого. Надо Модиуса, конечно, в первую очередь убить. Так, ты... А, ты не можешь дать. И дотянуться ты не сможешь. А, ну, я на клеточку, на... Да, значит. Я следую к победе. Да-да-да. Ага. Именно за него, да. Короче, бежишь сюда, да. И вот так вот, да? Жаль, не кританула. Так, ты. Пламя, да. И бьешь. Че это за... А, это... Че за ответочка была? Вы что, ответочку даете? Ничтожная тварь. Хера вы там нахиливаете его. Ритуала. Давай тоже его хильни. Ничтожная тварь. Обряд начинается. Вас там хи... Ну гори, понятно, просто жесть. Море. Все, мы надеюсь, хилы закончились. Нихера. Бьют что? Кусаются. Так, вот это, вот это. Ага, то есть не это. А, все правильно, это, да. И, не знаю, там, вот, вот сюда беги. Ой. Хм. О, тысяча за внимательность, короче. Давай еще разок. Ага. Ты ждешь? Ты... Так. Нет, ты вот, короче, бежишь смерть сюда. Уже близко. И да, ты двух призраков мне делаешь. Угу. Короче. Искусство и ярость. Так, ты поджжен. Во! Ты сейчас лопнешь, да? Бах, неплохо, неплохо. Чё ты ждёшь? А, ей нужно потупить, подумать там, поразмышлять. Кого подхилить-то? Ребят. За пламенного бога! Пополезнее будет-то. И чё ты? Жди давай. О. И ты, короче, беги вот сюда. Насладимся этим, да, моментом. И отсюда ты сможешь попасть. Да, сможешь. Ага, все верно. На них всех кровати. А, они же, да, хилили. А когда они хилят, кровотечение на себя вешают. Давайте уже в это. Умереть не планируете, кстати. Ничтожная тварь. Хильнул, да, кого-то? Мне нравится, когда они призраков бьют вообще. Уже опасаются их. И чё? А, просто? Блин. Ну, пропускай, чё. Тоже получается пропускаешь. Ну, тоже получается пропускаешь.
ты ждешь. Короче, вот сюда вот идешь. И вот этой штукой шмякаешь. Уйди вот в него. С дороги. Ага, все верно. А что так, кстати, это? Как-то она по сотке раньше била. И ждешь. Короче. И... А, ты сейчас еще одного призрака вылупишь, да? Да. Оп. Не бойся. Еще один. О, так это-то. Это же это. Ты ждешь? А ты вообще конец хода, херли там тебя. Ёлки нет, ты бесполезен. Они там лучше в жопе. Ну да, друг друга нахиливают. Да начнется ритуал. Давайте вы все в одну кучку соберете, чтобы я вас красиво убил. Я был бы благодарен, кстати, за это. Это да. Да. Угу. Ты не поджон. Поджонок-то тут нет. Нет. Да. Сюда, да. Во имя огня и славы. Угу. И слава, да. Слава, кстати, это очень популярный персонаж в этой игре, слава. Я ни разу его еще не видел, но он... про него говорят все. Это, наверное, бог этой игры. Игры. О. Славик. Натя. Кулачком. Ты, о. Тоже кулачком сейчас пропишешь ему, да? Да, пропишет. Че, сейчас хилить начнете, да? Нет, смотри-ка, не хилят. То есть нет спасения для слабаков. А вы-то... А, ну да, у вас спасение-то как... Ой, ничего, они там разрываются. Я... Мы никогда не сдадимся. Внушайте страх. Добьемся доверия после. Ну, примерно добьемся. Доверия там всего добьемся. Куда? Сюда прибегу. Тук-тук-тук. О! Это что? Ослепляет. Не, нам ослеплять не хочется. Вот уже сюда. В пути. И его... Слабенький же, это же вообще там мопчики первого левела. Мы никогда не сдадимся. Первой ступени. Вот. Может, просто на... И нету, ну. Так. Как делать-то, чтобы подцепить побольше? Вы мне еще послужите. Как? Ну ладно. Еще одного призрака. Уже. Больше призраков. Богу призраков. И не тити-тити. Че ты достанешь? Да, еще и убьет там. Последний, да? Да. А не типяо. Да ты там не нужен. И ты там не нужен. О, умирай от кровотечения. Может, даже и выживешь. Ярость. Давай. Опа, ослепление. Яд. Тошнотик. Чё ты там? Ну ладно, беги, все равно не достанешь. Мученица. Бри. Ты достанешь отсюда-то? Или за камушком? А, не, достает. Опс. Ныне ты что можешь? Давай сюда. Давайте споем. Нечестивость. Нечестивость. Ну-ка. О, неплохо. Мне, кстати, нежить что-то больше нравится, чем демоны. Ну, хотя, может, у демонов это будут еще дальше интересные маги. Маги мне вообще не нравятся. Зачем я их убил? Сейчас мне опять хилиться надо бежать, да? Это, конечно, механика в этой игре очень классная. Ее гений придумал. Зачем такую? Я вот горю с этой механики, честно. Я не понимаю, когда в играх такое делают. О, ого. Ну, мы тебя победим, конечно. А нам, да? Вот к нему надо. Ага, все верно. А тут столько...
А они что на меня лезут-то? Я ж, вы ж меня уважаете там прям вот максимально. Странно. А, тут была хилка. О, ману надо подхаживать. Ням-ням, маночки. Я, кстати, тут ни разу еще карту не открывал. Так, лагерь империи. А, тут куча лазных. Да что сегодня с моим, блин, выговариванием? Лазных. На к логопеду сходить. Ты чё, не взял маны-то? Маны возьми, да, ё-моё. Так, это я, конечно же, займу. Естественно. Это я, конечно же, возьму. Не типяло. Лазная, не типяло. Это что такое тут? А это между ними битва, да, тут? А это? Это желтенький, надо захватить. Ты кто такой? Какая-то побочка. О, ей. Желтенькие нужны прям. О, ничего себе. Это какие-то битвы, да, тут происходят? Поле боя, видимо. Разные армии там стоят. Давай, квестик. Но. Ученые? Ты-то вообще самый знатный ученый, я смотрю. Ну и чё? Эльфы были первой расой. Допустим. Люди всех опять уделали. Ой, как это все заумно. Ну да. Ну, во. Ага. А, ага. Да? Ну. Ну да, окей. Ой, не, дальше не будем болтать. Это потом найдем. Вот сундук скроем. Эй, не бегай за мной, я тут пока... О, ничейный посох, как ничейный мой. И палевые латы. Я прочитал палевные латы, думаю, что? Какие латы? Палевные? Так, не по... А где? Ты? А, о, ого, о, надо сразу, короче, точкануть, сейчас будет, и палевные латы, такое, так, вот это взять, ага, так, заточить надо, прикольный посох, реально, и отдать этому чувачку улучшить снаряжение, вот этот, да? Вообще класс. И короче, некромантику, да, его? Да. Просто. На один... Не, это класс. Это класс. Так. Все, выходим отсюда. Мы никого не потеряли. Так. Я пока чисто осматриваюсь. Посмотрим, куда ведет вот эти врата. Давай, вот анимации, конечно. Оу. Так, 26-е. Еще там, ну ничего такого нету. Надо, короче, брать. Сейчас тут глянем. Так, тут надо сохраниться, что я тут смотрю. Но это явно что-то не просто так, да? Огненный щит. Ну это, я-то думал. Ну спасибо, конечно. За огненный щит. Захватить, что ли? Да, конечно, захватывать. Это надо захватывать. Ой, да. Это ресурсы. Ресурсы сейчас нужны. Сейчас еще третий левел скоро, наверное, замка откроется, да? И там прям ресурсов нужно будет. Ух, сколько. Че там у вас? Спасибо, что дали походить. Ну, давайте, мы ждем.
Мы ждем ваших действий. Давай, панч тебе. А не типяу. Ну, уже кусочек с кого-то оторвали. Да вырежи, вырежи, конечно. Ага. Сегодня ты умрешь. Сегодня я умрешь, но... Бойцы, вперед! Прихода получается, да, у них эта защита висит? Почувствуй его гнев! Всеотец, освети нам путь! Да ведь? Ну-ка. Да, три. А три хода висит или до первого удара? Как вообще-то? Невосприимчивость, растерянность и ослепление. Боевой дух плюс три. А? Мотивация. Это плюс 5 в силе атаки. Ага. Ну, я вам, конечно, сейчас буду по жопе давать. Вы, конечно, не обижайтесь на меня. То есть не будем спешить. У тебя слишком мягкая плоть. Ну-ка, сейчас посмотрим. А нету, да. Это значит, до первого удара, что ли? Три хода висит до первого удара. Интересно. Вот так вот на три же, да, пойдет? Да, все, всех спало, да? Да, все верно. Ну ты просто шмяк, ничего. О, ну тебя давай. Угу. Блин, вот этот тут заперт. Почувствуй его святое прикосновение. О, бафает. Гори! А чё, зачем их-то бафать? Бафать-то надо вон тех. О! Это такая хилка, что ли? А, у них хилка еще. Ну, понятно. Все, ну, в целом. Ничего такого. Так. Сюда. Надо, короче, будет манны. Так, кишку на манну сделать. Потому что сколько у них? 119, это очень мало. А у меня очень много вещей, где можно манны сделать. Вот такие ударчики. Они прям, ну вот это, прикинь, 900 просто. Разорван был. Вставайте или умрите! Так, это, надеюсь... Нет, не потушило. Фу, насувало просто. Кость. Вот так, для блин, того, не убил. Обидно. Умри. Они походят, умрут, наверное. Хотя вот этот сейчас умрет. Ненависть. Ненависть, ну. Плети! Оп. Разрушение! А, ну да. И паралич, да? А, точняк, все. Че, давай, беги сюда. Какашка. Какашка. Какашка, блин. Он типа меня обозвал за то, что я двух вот этих убил, какашка, я все понял. Я не какашка, сам ты какашка. Кто обзывается, так и называется. Какашка. Да убить тебя, да ты сам сдохнешь, бежать надо вот сюда. Я следую к победе. Давай, следуй к победе. Внушайте уже. Внушайте страх, добьемся доверия после. Ага. Тор магнул. Магнул. Сейчас себе еще Давай призрака сделаю. Послужите. Не бойся, ага. Ты снова пробудишься. Не сцы. Да, ты, короче, ждешь. Ты подхилишь его. Ага. Жалкие червяки. Червяки. И червячочки. Да, беги. Что он там нахватал? Растерянность еще. А, его все равно не достаешь. Уху! Кусочек отрезали. Эй! Опять призрака, да? Вот не любят они призрака. А вот это что еще не ходило? Мы воплощение его гнева. Вы умрете скоро. А кто такой его, я даже не знаю. За все отца. За все отцу. И, кстати, уже третьего уровня есть, а мне еще я даже не могу их делать. Ну-ка. Третий же, да? Да, ступень 3, все верно. А? Пошли, ну понятно. Так, ну ты что делаешь? Ты, конечно же, бежишь сюда. Естественно, по жопе там по пути получишь. Но тем не менее. А вот сейчас призрака подхилить, что ли? Этот-то здоров.
твоя кожа, но этот боль... Призрак-то пригодится. Зачем терять призрака? Ко мне, дорогуша. Ну, душа, дорогуша. Хрена себе соточку накидал. Ой, это же эти пук-пук-пук-пуки. Филин Матанка. Вот это жестко хилит. Я хочу из себя такую иметь. Ну это надо людишек. А кто она? На это рынок. Вот это ты, да, ведь хилишь? Почему нельзя посмотреть в тылу? А тут их нету. И никак не пере... Интерфейс недоработан, я считаю. Искусство и ярость. Искусство, ну... Так, ты магия убишь. Вот этой вот. По нему вот, да. О! Нормально бьет. Кстати. И вот сюда идем. Бежишь. Идем, да-да-да. Короче, его убиваешь, да, все верно. И вот сюда вот бежишь. Мы справимся. Ага. Ой, как ты далеко-то. Смерть. Ага. Смерть уже вот она, да, почти. Вы мне еще послужите. Я следую по пути ритуала. Закрыл ее. Ну ладно. Он же по пути ритуала следует. А что так слябенько-то? Он под защитой что ли какой-то? О, больно. Какашка. Ну типа, по херне так ударил такой, какашка. О, сюда, да? И вот так вот. Пок-пок. О, ты чё, не болей. Вот. Ненависть. Ну да, огня-то на нем не хватало. О, зато усиление. Железо. Так и было задумано на самом деле. Даже не сомневайтесь, о, все продумано. Мне это понравится. Жаль, такой у него в ней хилки нет. Наслаждайся болью. Сюда, во да? И ты же достанешь. И славы. Во имя огня. Знаете, сила ярости. Да. Ага. О, критануло. Люблю, когда они критуют. Опять, да, по призраку? Тут вот этого можно шмякнуть, а ему по призраку. О, ты не дурачок. Он сожжет тебя. Ага. Твоя плоть, но это Настя, умивай. Я едина со всем сущим. Кто едина? Поверь, ты не едина, ты что-то другое. Я бы сказал, да не буду кто ты. Но ты не едина. Так, вот сюда. И вот, да-да, кусок от него отрежь. Ой, ты чё? Живи, не умирай. Так, сюда. Да начнется настоящая битва. Ага. Начни уже настоящую битву. Так, бей, чё. Умрёт, прикиньте. Надо хилить. Вот этого. По-любому. Ой, не, он не выживет. Его можно не хилить. Да. Мне это понравится. Ой, а ты тут откуда? Я вообще пропустил его наличие. Да хорош, тебе не больно, ты врешь. Ага. Скукожина на. Наслаждайся болью. Вот этот болью наслаждается. Отправляй. Ну, он должен умереть. Ты бежишь сюда. Я умру, как мученица. Да. О, не, если взорву, то вот это умрет, не надо. Так. Тоже подхилить не можешь, моя да? Попутчица. Смерть твоя смерть. Постоянно умираешь, что ли? Зачем? Спрашивается. Жить лучше, чем умереть. А, не умер. Ты оббафался. Только... А, и куда побежишь? Ну, конечно. Ты что сделаешь? Ой, больно же. Но должен момент быть, чтобы сдавались, знаете, там типа
Ну это же бред, но они не победят, но они будут до максимально тянуть это все. Для чего? Ну бы надо, как говорится. Потому что могут, кровотечение. Живи, ждет. Убивай. Убила. Мы должны научиться жить в согласии. Да, научимся. Так. Сюда. Смерть уже близко. Ага. Смерть. О. Йо. Не дотягиваешься, ну ща дотянется вот сюда, да? Насладимся этим моментом. Ага. У тебя слишком мягкая кожа. Выживешь? Этот не выжил. Не смог. Он пытался, мы точно знаем. Но не смог. А чё? А, его это отхилило, я думал он... Ну, надеюсь, он не горит. Не, ху. Так, хиль, кого? Его давай. Жалкие блин, жалко червяки. Этого чувака, на самом деле. Я их двух-то не делал, но они не сказать, что нужны. Да, а надо было критовать. Ну чё ты вообще? Ты смеешь злить меня? Ну вот поэтому ты и сдохла, если б кританула, выжила бы. По мне бушует гнев. Да хорош! Такое затягивание прям вот бесит. Мы никогда не сдадимся. Да. Никогда вы не сдадитесь. Смерть. О, умо, сейчас еще да призрака посмотрим, как появляется и после этого, ну. О, шапка, интеллект АЗ, ну такая шапка. Двух потерял. Зато теперь желтые буду добывать. Или это оранжевые, это не желтые. Ну, а желтые я там захватил, точно. Так, мне нужно восстановить мою армию. Да? Так, вот ты. Этого не могу, потому что не купил. Блин, обидно. Ну ладно. Закончим на это. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорой встречи!